Если тебе нравятся походы и путешествия, красивые кадры, необычные места, а главное душевный подход, то я советую тебе заглянуть на канал моего друга, смотрителя 151-го убежища Димы Белова «Life in Small Steps». Ссылочка в описании. Всем привет, друзья! Меня зовут Данил, с вами Снафлинский, да, или Настюшкин. Мы топаем. Топаем мы на откликной гребень. Мы идем не по основной тропе, а из поселка Магнитка. По тропе давно никто не ходил, поэтому здесь очень много паутины. Главное, я надеюсь, что нет клещей, но сейчас уже скоро осень, за окнами август, и клещей быть не должно. Легендарная лиственница. Да, друзья, это она. Фоткать будешь? Но я не помню, там будут еще полянки или нет. Они причем не кусаются, они садятся и улетают. Кто просто чем охотится. Кто-то странно поорал. В общем, смеркается, а мы еще не пришли даже близко. И это не круто. С горы было бы еще красивее. Да, пойдем. Сейчас мы будем кушать. У нас супец с лапшой сублимированный. Это будет бульон для него, а это будет наполнитель. Вот вода уже вскипает. Ух, как она вскипает хорошо. Рагу овощное с мясом. Супешник. Да выражение такое. Я не вообще не понимаю. На самом деле, да, странно звучало. На самом деле, на скалах уже такой отцвет, как будто они типа уже видят солнце. Вот эти вот. Если кто не понял, я сижу на... Так, я на какой-то краешке. Но это обычное дело. Не повторяйте такое дома. Да и в горах не повторяйте. Thank you.
Сбылась мечта идиотов встретить рассвет над Кликном. Ради этого мы сюда ночью перлись и по темноте забирались. Причем забрались на самую вершину, прикиньте. Но на вершине палатку поставить было нельзя. Поэтому мы ее поставили здесь, пониже. Завтрак, какая-то еда будет, консервы, горячая кружка. Ну вот мы поднялись на гребень. Ты главное уверен. Настя сейчас полезет вот туда. Тут есть одно узкое место, которые с рюкзаками, возможно, мы не пройдем. Теперь нам надо преодолеть очень узкую расщелину. Давай, Настя. Ну, Настя это прошла, а вот пройдут ли рюкзаки? Большой вопрос. Вот кто-то мечтал побывать на середине гребня, и мы практически по ней полазили. И можем на самом деле лезть дальше, но, наверное, уже пойдем вниз, потому что очень хочется пить. Нет. Ну, короче, да. Мы сегодня с гребнем прям пообщались, как никогда, хорошо, полазили. А все благодаря чему? Благодаря тому, что сегодня тепло, хорошо, можно лазить по нему сколько угодно. И у нас было с самого утра время. Потому что мы не ночевали. Ладно, пойдем вниз. Пойдем. Нас ждет родничок с чистой водой. А там просто ногами, по-моему, надо. Да. Мы решили слезть по боковой поверхности гребня. Это, конечно, так весьма экстремально получается. Я за Настю больше переживаю. Мы с Настей спустились с гребня с боковой его стороны. Вот, вот с этой вот горы, вон там, где деревья растут. Это вообще... Просто как? Как мы это сделали? Ну, килограмм по... У меня килограмм 7, у тебя килограмм 4. У кого фотоаппарат, там тетка с гребня. Так я на гребне, ребята, сними на... Вот, вот гребень, мы были на самой-самой его вершине. После восхождения нет ничего приятнее, чем... Ой, возможно, он ходил здесь ночью, когда мы были уже на горе. Нельзя просто взять и пойти на Таганай и не встретить следы медведя свежие. Какой-то маленький. В грязи. Ну, ладно, окей. Какой-то котеночек. Маленький медведь. Видимо, медвежонок. Нас должно это порадовать. Не, ну не сегодня. Просто мы вчера тут в потьмах шли. Реально, прям мишка здесь ходит,
И прям следы, вот свежачок. Он прям такой, типа, ну, я здесь иду по дороге. Ну, пойдем быстрее, что тут, раз мы тут с Мишей в одном лесу, то надо шустрее. В рамках защиты от медведя у нас есть ракетница, нож и ноги. Мы скормим ему ноги и уползем.